утренние сборы, у нас тут не очень жарко, поэтому сейчас будем отогреваться чаем. Ну-ка, Дима, так, ну все, можно ехать. На Халькидрон течет из Иерусалима, втирается в Рейне Мертвого моря. Там его столько же, да? Так, каждый, каждого свой путь. Каждого свой, да, нет? А, вот, нашел, я нашел. Ну, не жалко. Я буду снимать разные варианты. Там будет конкурс, типа. Будет конкурс. Кто вышел сухим из воды? Теперь Полину принимай. С каждой переправой на сильнейшей меньше. Так, потом повторите, а то я не успею сразу. Спасибо. Йоника не надо, от него ничего интересного. Тихо. Вдруг он сейчас что-нибудь такое вытворит. Слушай, на велосипеду теперь не подойдешь. Красивый, я грациозный, я перешел. Потом проезжай, как тебе угодно. Найди проехали. Эй, без брызг, пожалуйста. Стоим, но подход нормальный. Все. Шульхан Арух. Не так, что когда мы были, на прошлой неделе, когда мы были на несчастные родственники, помнишь? Да. Где-то легли, где-то что-то кушали. Нет, то, что стоим, ничего страшного. Володя, сильно не дави. А у нас в компании в скалолазной была девушка, которая могла из такой позы потом встать, наверное. И ты ко мне должен в гости приехать. Ты угощать будешь? Да. Знаешь, что мне подарили? Да. Коньяк Курвазье XO. Кто тебе подарил? Ух ты! Да. Приглашай. Какая разница, заслуги? Я тоже хочу. Эти камни вот эти вот, они не родные. Их несло водой, они застряли. Катила их. Смотри, какие девочки идут, он говорит, какие девочки, обезвоживание, страшные вещи. Спускались с какой-то хреновины. А, я помню, поднимались, что такое нигде ни тени, не было так плохо, спалили. Там был черно-белый, по-моему. Там не стекла, так как видишь. Молодец. Поехали? Осторожненько. Так, я поехал. На фоне животных. О. Цель нашего путешествия на Хальдарга. Какое оружие? Вход вот прямо отсюда. Ну а что с веревками?
Красиво. Давай поближе отдумаем. Где должна быть тропинка? Веревки есть? Нет, должна быть. Должен быть где-то вход такой нормальный. То жаловались все на подъемы, а теперь все жалуются на спуски. Я всегда жаловалась на спуски, неправда. Я всегда жаловалась на все. Так только по Москву или... Это что, уже руки трясутся? Паркинсон в конце июля. А где Оля? Идет, идет. Спускается. Еще варианты есть? Иди к белого верблюда, слышишь? Иду, иду. Большое удовольствие, нам этого не понять. И природы не слышно. Верблюд очень сильно испугался. А что это такое бурлаки на Волге такие? Чё? А как вы красиво идете в рядочек, а? Прям любо смотреть. Смотрит так интересно. Классно. Как шампанское прям вот. Только пробка. Ты бы втирать не фонтан. Я вас предупреждал, между прочим. Ставшим традиционный кадр. Не хочет много. Раздача йоникам бесплатной газировки. На халяву все налетели. Не говори. А, холодное то, что нужно.